ты тут же начнешь? Оператор, занимай позиции. Короче, где кончили, там и начали. Друзья, всем привет, с вами Детский Клипман. Привет, мои хорошие. Эх ты, мы идем покупать все на Бограч. А что ты смеешься? Дубль 2. Да у меня специи есть. Это как это? Это уже видео второе за сегодня? Ты что? Там базар такой, что тут можно снимать индийские сериалы еще, елки-палки. Ты что, не киевский базар, а именно Болливуд можно назвать его. Шмаляй не хочу. Так, картошка у Гриши, вижу, по 20 есть там. Королева Анна, лимонки. Нам картошка не надо? Бограч надо мясо, картошка. Там три вида, может быть, четыре. Ребрышки копченые, почаевочек, что-то там. Зелень какая-никакая. О, а вот тебе и зелень сразу. Мегуста, контакт, гитара. Плакат там твой не висит еще? Еще пока нет. Сельдерей есть тут? Здрасте. Здравствуйте. А вон вижу сельдерей. Давай отсюда начнем. Эй, Мараджан, такой не хочешь? Это же вообще кошмар. А вон петрушка Пастернак. Что? Ну бери что-то. Борщ по-одесски. Здрасте. А дайте нам сельдерейчика, упаковочку вот такого. А укроп, петрушка нужна? Укроп, петрушка нужна, да, да. А вот шикардос, а я вас умоляю, вот нормально, да. Меньше, больше просто. А надо больше, мы будем готовить 80, прямо аж ага. Полный казан бограча. Ага, значит, 700 грамм, я думаю, хватит. Шикардос, да. Петрухи, хороший пучок, и столько же укропчика. Укропчик здесь? Да. Вот столько? А, Кать, шумарокрасы. Прям как елка. Да? А ты хоть, а дешевле елки, елки, возьми себе такое. И на втором этаже, и на первом, на каждой ступеньке расставишься, и будет тебе счастье. Так, да, вот это вот. Ага, укроп, петрушка, что еще? Ага, вы будете гудить. Не, а мы там что-то доберем еще. Не, я имею в виду, что вы все, мне кажется. Ага. А, я даже себе змейку лохматить не буду. 300 гривен, договорились. Все. Шикардос. Катюня. Ты записывать будешь? Струны запишут все. Ми густа кантар гитара, ми густа кантар льсьон. Мариарти ми кампанью, кванто канто ми касьон. Ай-яй-яй-яй, ай-ни-ни-ямо. Все, я понял, 300 гривен. Поняла? Нет, так не записывается? Ай, ми морелэ, ми курасон. На, держи телефон, я буду давать. А сколько тут полезного, ты посмотри. Ух ты. Черника, это для глаз, так что... Что, орел будешь смотреть? Облепиха, лимон. Клюква, облепиха, это вообще жир такой. Да. Ребята, это такое полезное, чтобы вы понимали себя. Вот я почти такой облепихой себе язву вылечил. Только немножко почему? Там другой состав был, но очень облепиха, природа. Да. Да, о, да, да. А это шикардос, ты что? Сейчас морсы клюквенные начинаются. Да, облепиха, а с имбирем сразу? Имбирь и сахар здесь, вот здесь. Ага. Все вместе. Полный да. Комплект, все. Да. Взял, и только кипяток тебе нужен. Да. Понял. И калина, и смородина, и калина. Все, что хочешь. Да ты что, базар, ребята. Короче, у него мерзнут руки. Сегодня будет съемка вот такая, непростая. Веник возьми себе. А зачем мне летать? В хате поубираешь, что? Зачем, да? Все, в Испанию слетаешь, тут раз. Не веники, а, все, я понял. Там же стриптиз танцевала, Сереженька. Веник мне уже не нужен. Такое исполняла, там ей две елки бесплатно дали. Они морелы, так, мне курасон. Нужно будет потом апельсин 3 килограмм купить. Ох, что ты, что за день сегодня, прямо ярмарка какая-то. Да нет, просто красиво, посмотри. А? Предновогодний базар. Со всех сторон, что? Да я вас умоляю, вы только дополняете, мы же для людей все. Так, что еще? Ага. О, твои эти, фейхоа. Фейхоа, да. Здрасте. Здравствуйте. Что, тоже полезное, да? Вот те абрикосы эти импортные, очень хорошие. Капуста. Что, она все ходит и ходит и думает и думает. О, давай возьмем чесночин. Пока мы елку тебя не взяли, дай нам штучки три вот такого красивого чеснока, большого. Ох и размеры. Катюня, Марат, я тебе лично показываю. Не знаешь, сколько рецептов за брюссельскую капусту? Вот я вот тебе напоминаю, что следующее видео плюс-минус с брюссельской капустой сделаем. Это ж полезно. Угу. Возьми вот... Я думаешь? Тоже. Давай. Только тверденькие выбирай. Черри почем? Нормально. Цена? Каждую штучку. Хорошая. Катя, они тут все деревянные, елки-палки. Выбери, пожалуйста. Чтоб зубы не погнуть. Да я что, шучу тебе, на, потрогай. Хорошо, хорошо. Ты обалдеешь.
Ты меня только останови, когда надо, и все. Еще две. Две жменьки? Все, хватит, хватит, Сергей. Ну вот еще две, как ты хотела. Все. Так, и это. На сколько там чесночины получились? Чеснока на 355 грамм на 71 гривну. Гаразд. Домовились. Смотри, огурчики какие. А? Катя, что у тебя елки-палки? Огромные, особенно вот эти вот. Мандарины, апельсины, ананасы. На, возьми, у меня в кармане ананасы. Здесь 200 гривен. Я предлагаю тебе дать мне бюджет. Нет, осталось только рассчитаться. Пока. Так, 158. Все. Ой, скидка еще файная. Слышь, гитара моя. У нормальных музыкантов, как у Бандераса, за спиной что-то висело, еще и пару этих. Так, кто сказал, что ты нормальный? Ахтаматов. А, да? Вот так вот она мне, понял? Спасибо. Комплименты делает. Я, говорит, ненормальный. Ай-яй-яй. Не, наоборот, ты более чем мандарины, нормальный. Мандарины, виноград, знаешь, орех. Знаешь, как Гуляночка говорит, невкусно. Кстати, груша называется «Красный дракон». А вот это? Да. О, я такую ни разу. А почем она? Как раз на... На 50 гривен вот эти вот? Как раз на следующий год. Я понял. Это же «Красный дракон» следующий год. А, ребята с наступающим дракона красного. Давай, за всех я возьму и как дам пару раз. А почем она? 100 гривен, килограмм. Вот еще. Две. Хорошо. А дай мне, сделай так, чтобы я у тебя 50 гривен тебе оставил. Одну мне и маме, короче. Поделимся. Красный дракон. Но не дракончик, она да? Она твердая? Да, она блестящая. Она очень твердая, Катя. Вот то, что черри твои. Слышишь? Да не бей, испортишь. Шокаунчик. Да я могу себе ноготь погнуть, елки-палки. С грушей ничего не будет. Смотри, он ее еле режет. Ой, спасибо. Мед. Дай мне попробовать. Катюня, это обязательно. Обалдеть. На ананас похоже. Вкусно очень. Одна получилась? Да, тут 46-45. Тогда денег я хоть две куплю, елки-палки. А тут дети скажут, вы что, гитаристы, елки-палки, на базар сходили. Даю. Одни воспоминания про елки. Я говорю, дай мне гроши, чтобы я тебя не задрачивал, я император бабки. Давай, я сразу сложу. Давай, сразу сложи. Все. Это я тебе не дам, все остальное с нее. Все, слышь, совсем другая купюра, елки-палки. Так вот же ж не стыдно и домой появляться. Ну это же для мамы. Так, помидоры твои не помнутся, потому что твердые. Гитара, деньги есть, так что нормалек. Живем, да? Шо? Да ты шо, еще как? А вырядился сегодня гамарджо багена цвари. А потому что да. Что? Лысина замерзла? Это заснеженный аэродром. А я по прогнозу читал, что нет-нет, да будет снег, понимаешь? Я готовлюсь. Здрасте. Кать, яблоки надо? Здрасте. Вот пока не посмотрели сюда, яблоки не надо были. Ой-ой-ой. Это что, вот это фуджи? Сплошный сок. Ми густа кантар гитара, ми густа кантар льсион. Мариарчи ми компания, кванто канто ми касьон. Да я могу сразу в тачку накидывать. Братик, а накидай таких вот звонких. Ты что? Вот таких тоже возьми. Их когда ешь, хани? Да. Они что, в одну цену? Да. Так давай-то, чтобы кулечки не пачкать. Вот так вот. Ой-ой-ой, даже не знаю, наверное, это лучше, чем то. Обалдеть. И вот таких, да, трошки? Тоже сочные? Они сейчас сочнее, чем... Кать, посмотри, какое красивое. А? Что природа нам дарит, и этим надо пользоваться. Ты что, витамины. Все. А посчитать? Нет. Да успокойся, у меня есть деньги. Ты что, думал, что я... Да то я в начале базара специально сказал, что у меня нету, елки-палки. Не надо ничего. Да на тебе бесплатно и мне бесплатно. Детям на конфеты. Все. Чтоб ты был здоров. Ой, тихо. Я знал бы больше, взял бы, елки-палки. Все, спасибо, Ридненьки. Ты что? Красава. О, Сережа. Тихо, успокойся. Так я тебе бесплатно спою, елки-палки. Ми густа кантар гитара, ми густа кантар льсион. Кванто канто ми кантаре, анто ми касьон. Я просто еще слова не запомнил. Только знаю. Ай-яй-яй-яй, ни ми ямо, ай ми морелен ми курасон. Елки-палки. Ты что?
Что-то мне кажется, что меня скоро цыгане украдут. Ребята, будем всем табором по Одессе кататься. Ты спасибо шо? Большое. Крепкого здоровья, хорошо, да. Здрасте. Что? Вам тоже спеть? Или вы слышали, елки-палки? Ладно. Все. О, ну что это? Марат, что нам здесь надо? Так, чеснок он посчитал, туда-сюда морковка есть. Там мы доходим на бограч, собираем. Мясо копченым оттуда пахнет? Три вида, а лучше четыре. О, да ты что? Катя, возьми сейчас, потому что потом забудем. Не, у меня не такие надо, три утки. Хорошо, возьмем. Там не надо по-любому сделать. Сереж, возьмем. Шикарный чернослив. Там все немцы ждут. Хорошо. Утку с черносливом. Ты что? Поняла? Угу. О, так я понял. Короче, слияние сейчас происходит. К чего? Рецептов. Иня и Яня? Рецептов. Ну-ну. Вот уточку возьму, приготовлю. С черносливом. Смотри, какая красота. А Марат сделает гарнир из брюссельской капусты. Дай попробовать. Тебе что, прямо с ковшика? Не, маленький вот возьми. Ой, а сальцо такое в какую цену? Да я вижу, что прямо мед. Ай-яй-яй. Да ты что? А можно с огурцом попробовать? Можно. Чтобы были здоровы. Можно хлебчик подать. Так что тут? Блин, а 50 грамм есть? Так я вам сейчас спою, елки-палки. А, ты что? Ай-яй-яй-яй. Ай, я могу. На, пробуй. Запашное сало. Ладно, ты огурец и сало. По-братски. Мне, пожалуйста, килограмм и килограмм. Вот то, что надо. Вот этих огурчиков килограммчик. Два по килу. Два кило по килу, да? Да, да. Какая вкуснятина. Нереально. Мы, наверное, в прошлый раз тоже тут брали. Только. Слушай. Я тебе хочу сказать... С той стороны? Да, да. Я по огурцам узнала. Я хочу сказать, что с такими огурцами... Дальше. Не, успокойся. Дай мне кусить. С такими я огурцами в оливье колбаса лишняя, ты понимаешь? Боже мой. На. Кушай, да, все твое. Это просто шедевр. А в какую цену она забыла спросить? Чтобы люди знали. О, без дачи. Ты что? Это великолепные прямо. Лучшие. Шикардос. Очень кисленькие, то, что надо. Так, и что? Бачку нам подошли? Кать, посмотри, какая черешня красивая, а? Что дети не едят? А значит, у них полный порядок. А вот мед, у вас хороший мед? Вот ты люди шо? Спрашивали мед хороший. Ты что, не помнишь, какие у Толи арбузы летом? Такой же и мед. Натуральный, мед тоже. Ты что? Дайте телефон, люди все время спрашивают за мед. Где мед взять? А вы, если что, дать, как это? На почте отправите? Поделиться телефоном. У вас меда много? Потому что мы одной женщине, как это, дали телефон, так у нее за два дня и закончился, 2 тонны было меда. Если да? Сын занимается, сразу сыну давайте телефон. Сын. А дайте телефон на самом деле, так я его оставлю, и люди добрые будут мед себе хороший, полезный покупать. Да. Вот и голова у меня. Конечно, он просто спрашивает хорошее, что же. Ну да, комментарии же ты читаешь, поэтому я. Таки, пардоньте, не в курсе всего. А доехал мед в Киев? О, бери. А ну-ка. Так, вот это, да, 0,96. 0,96. 0,0. 0,0. 97. 218. Алексей. 7. Алёша. Все, Алёша. Алёшка жарил на баяне. Потому сейчас, куда нажимать? Не было. Смотри, 0,96. Так. 0,0. 97. 218. Алёша. Алёшка жарил на баяне. Шумел-гремел посудою шалман. В дыму табачном, как тумане, там исполнял одесский липован. Ига, все. Бачите, какие... Гитара пригодилась. Так, вам гроши, чтобы я не забыл. Телефон Алёши. А я попробовал, и хватит. Все. Алёше оставьте чуть-чуть. Все, крепкого здоровья. Так, гай-гуй. Спасибо. Катенька, какая же все-таки голова? Я не про гитару, про тачку, елки-палки. Ты что, хожу, руки шо орангутанга. Я ж ногти не стригу, они просто стачиваются у меня. Все, а теперь хоть человеком немножко стал. До свидания. Спина выровнялась, осанка появилась. Жена образумилась. Эх ты. Дети поступили. Просто счастье какое. А эти зеленые помидоры. Ой, мне сразу вареньем отдает. Ты понимаешь, именно варенье из зеленых помидор. Это сказка. Кто раз в жизни попробовал, тот еще раз по-любому попробует. Осталось только найти, кто готовит. Слышь, а где мы? Винницу прошли уже?
Мы не по тому ряду идем. Слышь, я понял, по базару это чтобы все наши ныньки ходишь, понимаешь? Винницка, Ривенска. Снегурочка, здорово. Привет, доброе утро. Или что там? Добрый день. Здрасте. Здрасте, здрасте. Что там, все нормально? Сумки, все порядок, кожа не заканчивается, краска на месте. Ты что, ты что? Что, звонили? О, человек. Так может еще кому... Ой-ой-ой. Спасибо огромное. Спасибо. Все те, у кого рот большой, так это ее родственники. Посмотри на свой красивый, свое красивое запястье, скажи, который час. Ничего, что по-испански. Me gusta cantar. Без одной минуты, уже чуть-чуть меньше, без шести. Да время скажи. Короче, час, ешкин ты кот. Что ты меня от этого мучаешь? Что? Час. Да ну хорошо, ладно, я иду, можем, а оно мне все больше и больше летите. Пахнет. Ну это какая красота. Где же? О, здоровенькие были. Кать, красивая? Очень. Ты что, а вот попробуй, елки-палки. А у нас есть? Я знаю, тут только цена может победить. У нас есть или закончилось? Что, цветная? Да. Ну я посадил, жду, когда... Да возьми капустину. А, это? Серега. Ты что она у меня грамотная, когда она мне деньги дает, елки-палки? Такое, блин, та разматывает меня, я уже думаю, зачем я не попросил. Я думаю, ты сейчас посмотрела, не хватит, а сколько у меня осталось. Давайте одну в один в другой. Хорошо. Такую средненькую, вот такую. Не, ну то сильно большая. Возьми такую, чтобы ты еще пришла, и вот, наверное. Не, вот это. Ты какие-то маленькие выбрал. Хоть бы маме побольше взял. Кать, тебе ж не перепродавать. Тебе ж детям покушать свеженькую, правильно? Слушай, одни витамины, елки-палки. Договорились. 130. Да, вот 120. Ой, 150. Сдачу надо? Да, а чего ж нет? Это же не мои, ты понял, что это ее деньги? Она же меня потом спросит. Заберет отчитаешься по полной. Заберет гитару у меня, елки-палки. А оно же мне надо. Что же я потом да, буду делать? Да, еще пытать, скажи, буду. Весь базар над тобой ржет, Сережа. Это не надо мной. Посмотри на людей. А над хорошим настроением, понимаешь? А оно у нас есть. Правильно. Здоровенькие были. Елки-палки, что ж чем же вы это красите? Для мамы? Все, добазикались. Давайте кулечек. Ого, как у меня. Ты шо? Брихи. Меньше будут. Не, у меня такие росли в пиле. А что это? Засохшие яйца динозавра, точно. О, здоровые. А это я понял, порода такая, у них тоненькая шкура, очень тоненькая. Да, не, у меня такое в келье росло. Шикардос. Ну, это подарок. А себе хоть оставил? У нас было. Не, у меня тоже было багато. Да что же в карман кладешь? А куда же я? Чтоб люди думали, что я нормальный парень, елки-палки, все. А рядом гитара. Так, что, для мамы? Я уже и забыл с этими орехами. Хорошо, а почему вы такие красивые? 220 и 108. Сейчас походит у вас, да. Катюня. Не, нам не надо, может, для кого-то надо, чтобы люди знали, сколько с собой денег брать. Варенье любое. Ой, варенье любое. Ох, та ты шо. Та от вас же невозможно потом и уйти. А откуда продукция? Дуже далеко. Та ладно. Откуда? Сукирян, Чернівецька область. Отойдите. Да ты что, ничего себе, ты что, что вы были здоровы? Только заехали. Да, а что? Нет, чтобы вам понравилось. Так что, ребята, все на базар. Только заехала фура, соты. Два дня до звук. Так, даю. А я вот этот пробовала. Не знаю, может они разные? Так что ты... Китайское чудо надо будет угостить, немного. А что это такое? Еще одни яйца, только дракона? А. 82 заходит. Ага. Китайское чудо. Что ты даешь? Там надо еще за чернослив отдать. Так я еще раз пошукаю. А, нет, оно одолжи мне 10 гривен. Давай, сейчас дам. Капелюх не продаете? Такой? Ты что, это ж подарок. Тебе, если надо, я тебе как дам адрес, ребята. Нет, так подарок. Алина Маршал. И у тебя? Ну, у тебя с балабоном, у тебя лучше, елки-палки. Так что, так, это сюда. Спасибо огромное. Все, приходите, да, берите, обязательно. Берите. Спасибо огромное. Це шо? А, это еще игруши. Все, шикардос. Крепкого здоровья, чтобы за два дня все продали и еще на одной фуре все приехали. Все, обязательно, обовязково. Ты шо? Не, у нас еще есть, слава богу. Чуть-чуть немножко. Как закончится, сразу придем. Ой, елки-палки. Слышь, а почем соту лизнуть? За 100 грамм. Да я на 100 грамм не належу тут, елки-палки. У меня
язык устанет. Мне же еще песни петь. Иван-чай, смотри, все есть. А это что? Ты что, чуть меньше, чем мои? Ты посмотри. Горюхи. Сережа, ты сегодня прямо разошелся, что-то я смотрю. Че вдруг? Ну, не знаю. Да базар, знаешь, какое дело хорошее? Человеку вон ажиотаж нужно создать, слышишь, спрашивай, где ему встать, чтобы создать ажиотаж. А чем торговать? Так я ему еще там гитару подарю. Так иди спой возле него. Да, оставь покой. Нет, подожди, вот я уже иду все ближе и ближе. Здрасте, здрасте, здрасте. Ой-ой-ой, ты шо? Почем почеровок? Вот почти надо мне. Возьмем кусочек? Я откуда знаю, надо, бери. Прям копченый-копченый, я хочу бограч готовить. Это... Все, шикардос, давайте мне вот этот шматочек. Я тоже готовлю бограч, так я кидаю копченый. Вот самое копченое. Ну, это копченое. Да нет, что вы оставьте в покое, я же хочу готовить вот целый казан, а он у меня не маленький. О, вот такой вот, да. Извините, извините, стесняется. Ошибочка вышла, да. О. 210 гривен. Договорились, сейчас я проверю, есть ли у меня деньги. Нету. Так успокойся. Как раз у меня, посмотри, что, елки-палки. Стой, у меня математика. У меня чуть математика не замерзла с тобой. Так. 190 вы сказали? 210 тебе сказали. Тю, елки-палки, а сдача? Так, это вам? Я в Ютубе, нет, в Ютубе меня не треба. Да я вас оставляю. Мы не вас только... Мы вас только почеревок вас сюда засунем, да? Ален, да. Это в Ютубе. Мне не треба в Ютубе. Да там не обязательно улыбаться. Люди будут смотреть. Все, добренько, вам хороших продаж, до свиданечка. А, и это еще? Да елки-палки. Все, влезло. Еще и гитара. Ай, гуй. Главное, чтобы не в ТикТок. Не-не, там не будет. Катюша, пошли, нас в ТикТоке нет. Только в Ютубе. Завтра. Да ты что, да, если сегодня не замерзну, то завтра. Это же не ковырма, это печеночный, да? Ой, почем вкуснятина. Да я ж потом не уйду, вам мне еще деньги надо, там что-то еще купить надо. Не густа кантар, льсьон, кванто канто, ми кантар, мариарчи, тан-да-дан. О, Сергей, Сергей. Да, Екатерина, свинины возьмем? Ну, надо, наверное, идти туда, или что, уже не пойдем никуда? Да ты что, домашняя, да? Почем свининка? Ты вот это яблоко возьмешь? А что нет? Давайте вот целый кусок, пока вы его там не зачистили. Все. Ты уверен? Кать, ты что? Говядинки возьмем еще, ребер возьмем. Да вот он тут. Пойду, говорит, липовану подивлюсь. Да. Я с чоловіком славусь, так він футбол хоче дивитися, а я липовану хочу дивитися. Так ти що? Да. Так я вам хочу пожелати, щоб Дед Мороз вам на Новий год телевізор ще один принес. Спасибо, Настя, один я вам хватаю. Не хватає, так? Тоді пусть мужа візьмуть футбольну команду і пусть собі грає прямо там. А я по телефоні буду дивитися лікування. Дуже дякую. Спасибо огромное. 110. Договорились. Так, сейчас это надо делать мне, поэтому держи. Записывай давай, ты, математик. 210, 710. Там ты шо? А мы взяли там уже. Там все есть. А это? По 200. По 200, да? Ох, а ребрышки какие, ребята, боже 170. Мой. 170? Да, ну нам надо, да, именно с салом такие. Да ты что? Ну, кидайте ей вот эти вот реберцы тоже. Ну, так вот и сразу же, чтобы я уже рассчиталась и ушла. Так я ж как это, тороплюсь. 110. Ох, оно все домашненькое. И шкварочки прямо есть. Ой, смалец. И смалец. А творожочек почем? Творожочек 150. Песня. Сегодня пятница, можно взять кусочек творога, я бы покушала. Кать, вам ты... один цей кусочек, чи ще цей було класти? 4-1. Ні, того хватит, ми що-то ще там будемо добирати, там буде що, говядина, то сюди. Катюша, ти так говориш, як будто я тебе і по средам запрещаю творог їсти. Та їж, коли тобі угодно, не смотри на время, просто їж. Так, гітара. Сколько? Нет, нет. 942. О, как раз. О, ничего себе, как раз. Ты что, банкуешь? Мы все мясо взяли? Нет, еще надо говядину взять. О,
я думала, что можно. Успокойся, ты, мы только вышли, елки-палки. Это тебе не елки ходить там снимать бесконечно. Тут надо походить. О, спасибо, какой у нее помощник, видите? Два раза руки не тянет. Раз вытянула и хватит, все. Потом мой выход, да. Сдачу забирать. Все, дуже дякую. Вас наступающим. Погнали. Слышишь? Скоро... А причем свинина? Угу. Катюня, подержи гитару. Я твои помидоры поищу пока. Слышишь, успокойся, ты мне слух режешь, елки-палки. Чего? Да не своим талантом вот это вот. Так, пожалуйста. Мою гитару трогать. Что ты там копошишь опять все? Я ищу твои помидоры, не хочу подавить их. Они же в самом низу, хотя, да. Наверное, уже им. Сейчас. Слышишь, не тачка, а прямо черная дыра какая-то. Пока Сергей, может, ты уже потерял мои помидоры? Катя, может, ты перестанешь играть? Я уже не шучу. Мне уже самому не нравится, я уже понимаю. А ты что, нервничаешь? Почему люди комментарии пишут? Какие? Не пой. Так сейчас будут писать тебе, не играй. О, бач, нашел? Все, та нормально одной рукой так вот. А что ужинать будем? Помидоры. Понятное дело. Дай гитару. Это я ревную. Ёшкинки кот. Кванто канто ми касьон. Мариарчи ми компаньо. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай, ми морелли, ми курасон. Везде мясо, я тебе говорю, что? А? Да мы уже купили, вам просто приятного аппетита. Другой раз с вас начнем. Катюнька, не отставай. Так, ты этот, смотри. Куда? Реберце, копчение. О, все-таки сделала ажиотаж. О, ты что? Ё-моё, вот ты в тренде сегодня. Это что, красного дракона год и перчатки такие же? А почем эти? Ты что, на ютубчик, да, ребята, по перчаткам все к нему. Походу, на седьмом километре перчаток не осталось, да? Все у тебя. А почем такая пара интересная? Мы сделаем хорошую цену, адекватную. Ага. Почем? Да скажи по секрету, я никому не скажу. Катя, отвернись, не в баню, елки-палки. Сними того гуся, что покупают. А? Девушка, нас не снимают. Ага. Да я для... Чтоб люди знали, сейчас увидят, где перчатки, и приедут, будут покупать. Да? Сколько стоит? Девчата нас снимают на камеру. Ага. Так скажешь или нет? 100 гривен, молодой человек. Кать, 50 гривен одна. Мне не потребно. Ты что, братья, хороших продаж? Да стой, здесь все продаж, все будет нормально. Еще и куртка у тебя есть. Ага. На, у нас по-другому не можно. Он что-то так распереживался. Первый раз, наверное, на базар вышел. И щеки покраснели у него. Здравствуйте. Так, Катя, на улице сколько сейчас? Минус сколько-то? Не-не, они прям... Вот сколько ты стоял, столько он, бедный, краснел. Так, нема копченых тут этих ребер. Ты же уже взял. Кать, иди сюда, я не для себя, елки-палки. Покажи людям, что такое кавырма. Я это не люблю. Да тебе не надо, просто, ребята, это из баранины, вы себе не понимаете. Ты помнишь, когда мы в том году или в позапрошлом, когда я здесь бутерброд делал на базаре, а? Паша, помню. Ты что? А почем кавырма? Блин. Дадим попробовать? Да нет. О, ребра? Почем ребра? Ребра по 220. Да ты что? А ну давайте, сколько тебе надо? Мне не надо. Тогда две ленты. Давай. Ох и бога, будет завтра. Ты еще крылья свои копченые не съел. Да не переживай ты. Вот такие, кстати, пальцы? Не-не, две ленты я имею в виду. Две? Конечно. А что, у вас сегодня столько никто не брал? Вот две давайте мне, да. Мы же будем бограч готовить. А что это такое? Бограч? Да. Ты что, суп японский, елки-палки? Никогда. Да я шучу, не-не-не. Наш редненький. Там... 790. Договорились. А скидку сделаете? Ну вот так, 790, я по 720. 700... А, все, это уже со скидкой. Хорошо, засовывайте в пакетик. Там, походу, пакет до BMW, наверное, куда большой. Конечно. Слушай. Сейчас я ты мне голову задурила, моя ты хорошая. Одежда я делал то, что мое самое... Да. Ой, и блины поделаю, еще. Что ты там ищешь? Орехи мешают. А воську, елки-палки, ты что? Может, гитару сюда положить? Гитару? Во воську, да?
Мариарчи ми кантане, кванто канто ми касьон. Ай-яй-яй-яй, аниньямо, ани морелен ми курасон. Мне с Испании к вам прислали. Все. А воську дали, сказали, иди. Можно с вами? Конечно, можно, да. Можно. HBO. О, здесь оператор. Оператор. Вот, пани Катерина снимает как раз. Да, еще и гитара. Все, шикардос? И вам огромное. Смотрите, и мы никогда не закончимся. Катя, давай гроши. Королева, 88/1. Завтра будем богрыч готовить. 88/1. То место, где висят трусы. Вот спросите, вам сразу скажут. Возле 65-й школы. Да. Забегайте. Завтра 80 литров, полный казан богрыча, как наготовим. И будет нам счастье. Слышишь, надо было еще одну тачку покупать. А что там бабушка хотела? Кусочек колбаски. А? Пожалуйста. На здоровечко. Да дайте еще кусочек, деньги есть. То, что она любит, и едала. Да? Да. С удовольствием. Да дайте колечко кровяной. Да, 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 да. Рахуйте. Сейчас кидайте на веса. Две секундочки сейчас подсчитает, или она у нас уже подсчитанная? Не, мы еще не рассчитались за рюмку. Все, мы сейчас будем рассчитываться. Все, вам приятного аппетита. Не покупаем все на богрыч, да и цены люди должны знать. Ой, елки-палки, ты что? Все, не надо мне стриптиз танцевать, оператор. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вот она мне станцует. Катя. Ты посмотри на эти ноги, да посмотри на эти ноги, елки-палки. Такие колхозные. Та Памела Андерсон завидует вот этой фигуре. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что? А грудь в виде сердца. Ты что, тут куда ни посмотри, везде картина маслом. Все, вам хорошего дня, замечательного настроения, будьте здоровенькие. С наступающим Новым годом. Катюня. Сереж, мне надо 3 килограмма апельсин, чтобы я не забыла. Может, ты тут уже возьмешь? Да ты что, смотри, нутрия, обалдеть. А почем нутрия? Почем нутрия? Нутрия 200. Ага. А это не телятина? Катя, перестань ты так говорить. Это не телятина? Телятина. Ну так возьми уже, чтобы туда не идти. Нет, это свинятина. Да? Правильно? Так какая же это свинятина? Это говядина? Да. Сергей? Не, я же все равно светленькая такая, молодая, наверное, потому что... Вам подходит какой? Кавунтикий коп? О, порядочек. Все, спасибо огромное. Да. О, да, были там на барахолке, смотрите, что там. Ой, там и гитару, там и авоську приобрел, да. 450. Это куда? Нам на богрыч? Да. Берем. Кило 2, да? А, там очередь не с той стороны, ты поняла? Почему грудинка? И все, да? Ну там паприки, там пишты, все это специи венгерские есть, сельдерей взяли. А, банку не забудь томатов. Где мне ее не забудь? На базаре. Ну вот вы не забудьте. Ну все. Ай-я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 й
Конечно. Ага. Спасибо. О чем? А почем? Индюшка. Вот то почем? Скажешь, а индюшка почем? По 220. По 220. А индюшка почем? А индюшка дорого почти. А где индюшка? Это не индюшка. Нет, это ж курица такая. Не-не-не, индюшка-то чуть длиннее. Давайте нам кило два. Кило два, а весь кусочек не заберете? Гарненький. Та нет, там очень много, Сережа. Це дуже багато, да. А это шо, а ну кидайте такое. Ага. Чтоб не мало было. Вот все нормально, шикардос, да. Если что, у меня еще эта шея на работе лежит. Кило, хватит. Мигустак. Хорошо. У тебя есть? Сейчас проверю. Сколько? Не, уже нету, мы ж там этот. 508 гривен. 8 ищи. С удовольствием. Ты что, это у меня знаешь сколько? Не заржавеет. Держи. А тут больше, наверное, даже и может и 8. И вот вам еще и 500, правильно? Все, так я оставьте покой, что пригодится. Все. Все, взаимно, до свиданечка. Помчались. Так, куда это дело? Все? Опять твои помидоры, Катя. Некуда еду ложить. Класть. Вот, откладывать. Молодец. Что делать надо? Класть, класть. Так, творожок, сметанка. Ой, блин, ну что тут только не встретишь. Цибуля белая, он. Смотри, кот недорогой. А смотрит так, что... Здравствуйте, здравствуйте. Где вас искать? Где ресторан находится? Здесь недалеко, Королева, 88/1. Возле 65-й школы. Вот не знаю школу, как заехать туда? С Вильямса. Вот по Королева едешь, доезжаешь до кольца Вильямса.
или за ней? Нет, перед пиццерией. Вот итальянский квартал у тебя, свернул только направо на Вильямса. Поднимаешься наверх, вот Днепро магазин проехал. Первый поворот после итальянского квартала. Первый поворот после итальянского квартала направо. И едешь прямо, оно тебя заведет прямо в тупик, это будем мы там. Там карасики фирменные все есть. Ой, а завтра еще и богрыч будет, так что полный казан нашмаляем, да. А караси это у нас не выводится, да, так что. Еще и на гитаре сыграю. На здоровечко, забегайте. Смотри. Сереж, мы уже все купили, Сережа. Так что, даже не надо ухо даже туда? Даже не надо подходить. Добавить. Ты еще крылышки из дома забери. Облепиха хлеба. Боже, какие помидоры, мамочки. Боже, какая жилетка, ты посмотри. А что за ручки волосатые? Ой, здрасте, елки-палки. Здравствуйте. Вот вы вся пушистая сегодня. Что вот тот цыпленок. Так, я бы сыграл, но у меня уже эти вовоськи струны. Ай-яй-яй-яй, они не могу. Да, не, а воська зачетная, так что, что, как дела? Все нормально? Ты что, дайте потрогать на удачу. Елки-палки, ты что такая? Катюня? С наступающим. Спасибо огромное и вас. Да я же знаю. Огурцы уже взяли, потому что мы начали оттуда. Ну ничего, как я говорю, другой раз отсюда зайдем. Вино домашнее, яйца перепелки, сулугуни есть. Все, что ты хочешь, смотри. А гусей как упаковали. Они что, обратно в Италию полетят или что? Ну да. Так завернули, что молодцы. Сейчас мы наведем порядок. Ох ты что, смотри, как взлохматили. А эти вообще... А ты что? Это вообще супер. Прямо супер. Чистый мед. Это те, которые без уксуса, которые... А я же вижу. А это шедевр. Вот это шедевр. Катенька, я вчера вот таких вот тоже там пару-тройку баночек откопал, так что у меня теперь есть там тоже хороший килограммчик сушеных. Вот все есть. А мы же переезжаем до сих пор потихонечку, и там за кормом это все достаем, достаем, и сейчас делаю это все там, перефильтрацию и... Это когда на новоселье. Ой... А я уже заблудился. Мы туда с апреля месяца ездим. Так мне кажется, как будто мы переезжали, просто мы какое-то время мы там уже остались. Да. Все нормально. С квартиры еще барахло везем. Молодцы. Вам всего самого наилучшего, хороших, замечательных клиентов, продаж, людей, друзей. Спасибо большое. Братик, а ты специально находишься, чтобы сюда, сюда перед нами быть? Продал уже что-то? Нет. Нет, нет, мне не надо, слава богу, у меня есть, еще будет. Здравствуйте. Спасибо. Кать, ты посмотри. Спасибо, взаимно. Мне очень нравится ваш... Спасибо. Да, он один в Одессе такой. Ну так, прошли такой, сегодня. Такой только у меня, и вот там Кикабидзе был. А Марджоба, брат. Сережа, чего тебя опять на копчености? Да я хотел сосиски взять. Почем сосиски копченые? Да не надо сразу давай. Надо пробовать. Не-не, а мне в борщ добавлять, оно там все будет красиво. Они же с мясом, я вижу, вот у тебя порезано есть. Ну дай кусочек. Вот спасибо, Катюша. Огурец можно? Да. Так, ты что? 50 грамм налить. И говорить, раз. И все. Не, нельзя. Да пей, ради бога. Можно. Если осторожно. Здесь же это самое. Сядет за... Тогда чуть-чуть вот так, вот сколько там. А ну, поднимай, я буду говорить. Не, еще, 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 еще. Пойдет это? Хватит, да, да. Вкуснячий огурец. Так, так вина или 50 грамм? Я не сомневался. Я если 50 грамм бахнут, мне придется тогда расчехлять мою гитару. И плакал ваш базар от смеха, да. Не знаю, что мы заработаем, но сюда влезет много. Что там, сколько денег? 90 гривен вам будет. Сколько? 90. И селедочка. Опача. И селедочка. Спасибо. Не-не-не, все, спасибо, я ж потом... Да я так наемся, что... Шо... Он не кислый, он вкусный. Даже не хочу расставаться с этим ароматом. Все, спасибо огромное, да. Да, таки да. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. А вот индюк, да? Не знаю, какой огромный. Да индюк, ты что, видишь, домашний какой. А почем индюк? 180 для вас по 170. Братик, ты что, такой красивый, елки-палки. Может, ну его на... Может, ну его нафиг тут богрыч. Еще три? Это самый маленький? А, ты понял? Акция какая, ты шо? Еще и за яйцо потрогать можно будет, да? Все. Давай, крепкого здоровья. Спасибо. Погнали. Катюнька, выводи. О, приятного аппетита.
Опять пирожки. Все, посмотри. Ты что? Продажа пошла. Что, как дела? Все нормально? Катенька, ты что, не хочешь эту ряженку печеную? Нет. Да по елки-палки. А что ты хочешь? Ничего не хочу. Так хоть брынзу понюхай хорошую. Сереж, вкусную. Я не пирожки хочу. Детям возьми. Извините. Вот эту брынзочку надо. Это бомба. Да ты что? Давайте аккуратненько, а ну-ка. А, еще и макнуть ее надо? А ну-ка, да. Сюда ее засовывайте. Ой! Нет. Все, не-не, моя продастся, все нормально будет. Вот это я залез. Вот это ты сейчас там намусоришь. Она реально вкусная. Так ты что? Так сразу хочется баныш подварить. Ты помнишь баныш какой? Короче, мы завтра гуцульскую традицию будем продолжать. Бограч сварим. А потом и до баныша дойдем, брынзу я знаю, где брать. Спасибо огромное. Очень вкусно. Очень. Ты бачка я красавица пошла. С волосиками. Что нам еще надо? Апельсины на работу. Сколько? 3 килограмма. Так они здесь есть? Ну вот. Давай, не, мы открытые, здрасте. Почем апельсины у вас? 90. Вижу. Или как это, я уже слышу. Сколько я килограмм? Ну 3, а что так дорого? Как дорого? А ты видела, где дешевле? Не, я не знаю. Там впереди, а впереди почем мандарины, апельсины? Да возьмите, слушай, свежие, хорошие. Зато вкусные. О, здрасте. А все трое у бабушки. Бабушка наказана. Да. Да мы хотели быстро сделать, потому что если мы с Миланькой заходим, часа на 2. А когда сами, ну 2,5 получается. Кстати. Уже второй раз, да? Она взрослеет просто. Она уже махает. Бабушке поедешь, она махает головой, да. Да, поеду. Так, 3 кило апельсин. Катюня, что, всовываем сюда и давай, идем, давай, да? Да. И нам точно ничего не надо? Ну, у нас закончились мандарины. Ой-ой-ой. Ты... Что? Да ты что? Серега, брат, я тебя не узнал. Ё-моё, здоровенький был. Катюня, все, держу. Я не думаю, что у тебя есть. Подожди, я возьму еще. Ему. Я не знаю, что у меня там есть. Она все знает, елки-палки. Хорошо, давай. Работает. Она не думает. Давай деньги. Даю. 290, да? Ты же хотел пахнет. В эту свою сетку положить. В авоську? Передумал, да. Да в нее влезет. А в нее знаешь, сколько пива влезло? 6,2. Там Сережа просил пиво 8 литров. Привезти. А завтра же открывается новый этот магазин. Нет, какой-то новый сорт пива. А, новый этот? Так еще и магазин. Сереж, смотри. Я могу уже рассчитаться? Да ставь покой, я рекорды ставлю. Вот тебе она, авоська. Что не всю, все стерпит. Смотри, еще одна гитара. Скрипки нема? И кефир сюда еще сюда. Надо. И кефир, да, и бидончик. Дай деньги уже. Так и дайте. Слышь, уже на 200. Ты на шо, 210. Я пошутил, что сюда все влазит. Она уже и мандарины понабирала. А ну, а давай. Ничего не надо? Не-не, все, хорош, пожалейте мою авоську. Что ты окаешь? Все. Я и зубы заговариваю специально, чтобы она прошла мимо авокадо. Иди, у тебя рука не замерзла. Выбери мне 2 штучки, пожалуйста. Не тратила наши деньги. Сергей. Да попроси, тебе сейчас люди добрые сделают такое, что даже я не выберу. Нет, я хочу. Что ты хочешь? Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Что, они твердые, я просто не чувствую. Нет, она хорошая, сегодня привезли свеженькую. С Испании. Что, пидрахувала? Не, давай я ну, сюда же в авоську буду пердолить, конечно. Они рыжие были, и они если полежат... Все, сейчас мы аккуратненько засунем. О, ха-ха-ха, безразмерный. Кто это придумал? Кто это придумал такой этот? А есть авоська с колесиками? Ты посмотри. Слышишь, срочно позвони в этот Баленсияга. Вот те, что модные подороже продают. У меня есть для них новый этот. Слушай, а классно, вместительно, как да? Это называется? Лайфхак. Идея, елки-палки. Лайфхак, да. Тебе лайфхак. Что, еще и авокадо. Авоська с колесами. Я думаю, что там этот. У них кто там? Гуччи и Дольче Габбана в очереди будут стоять за такой авоськой. Что почем? 600 гривен. О, смотри, какая. Ой, со скидкой это вообще шикардос. Да ты что, мандарины. Да нам много и не надо, слава богу. У меня да. Ручка есть, вот такая пластмассовая на авоську дома. Когда вы сейчас будете? А, вот это вот хваталка-держалка? Да. Чтоб не перетягивала. Да будем когда-нибудь. Не знаю. Я с гастролями в Испанию съезжу, вернусь, короче, то и будем, да. Главное, никому не отдавай, да.
Может, там будут люди под меня косить, так что знаю, один я только на гитаре играю. Да, я видела. Все, добро. Спасибо огромное. Куда спасибо. Ты пошел? Нам сюда. А что, туда уже не пойдем? А зачем? Короче, друзья, к яйце души, с хорошим настроением. Я бы для вас гулял бы еще 4 серии бы снимал. Ну, имею таки бабу деловую. И мне с ней тоже надо по делам. Надо, значит, надо. Эх, ты что, забыла, кто мужик в доме? Ну, идем, ладно. У тебя же там орешки в кармане лежат. Дать потрогать? Не, я к тому, что... Кому дать мои орехи потрогать? Смотри, да я не шучу. Смотри, какой. Бать. А тепленький, елки-палки. Все, всем пока-пока. Чао. Ай-яй-яй-яй. Вот это. Если что, ты не для меня снимаешь, а для людей. Вот люди добрые, поддержите в комментариях. Выключаться ей или не надо? Спасибо большое. Спасибо огромное. Все, погнали. Ты же знаешь, что за мной не заржавеет. Сказать пока-пока, дело дурное, не хитрое. А поснимать людям, передать всю атмосферу. Смотри, все, я сейчас пойду еще елочки посмотрю. Давай. Ух, какие ребра. О, 4 килограмма филе надо. О, ты что? Иди сюда, я знаю тут очередь где. Пошли. Хотя там есть. Тут недалеко. Там как раз у них 4 килограмма осталось. Далеко? Ми густа кантар гитара. Ми густа кантар эльсион. Мариарчи, ми компания, кванто канто, ми касьон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ми морелла, ми курасон. Здрасте, Бог помощь. Так ты шо? А я тебе говорил, что здесь самое дешевое. 4 килограмма отборного, блестящего. Кюре, ой, кюре. Ну, филе. Куриного филе, да. Филе? Да. 4 килограммчика, да. Ой, замерзла. А ляшечки как блестят. Катя, да ты хоть одетая постоянно этих курочек, они же голые лежат. Вот бери с них пример. Так то. Им уже все равно. И не вякай. Как ваши дела? Регулярно, посмотрите, что он тут. Это я на гитаре играл, а люди в меня мандаринами кидали, елки-палки. Спасибо, авоськи все поймал. Так, сюда уже не влазит. То, блин, ты будешь иметь что слушать от Марата. Я чуть-чуть не забыл то, что надо было взять. Что? Та помидоры чищенные, банку трехлитровую. Где поняла? Ты еще будешь брать? Ну, по контейнерам надо пошастать. Сереж, а скажите, 4-400? Великолепно. Я вам считаю по 150. Да вы что? Спасибо огромное. 66-50. Не знаю, что туда рукой полез, так, рефлекс. Я отключаюсь. Комплимент себе делаю, типа у меня бабки есть. Давай, отключайся. Цыпленочка подарите. Цыпленочка подарите? Для Катюни. А, ну для нее давайте, я подумал, что для меня не надо. Спасибо огромное. Нет, почем? Цыпа 115. Ой. Мне бы малявочку оставить. У бабушки. Слава Богу, есть бабушка. Чтоб я вечером вас не перепутал, Катюша, слышишь? А то не той буду песни петь. Такой красивый. От души дякую. Спасибо огромное. Та ты шо? Чтоб все так жили. Спасибо. Спасибо огромное. Ребята, забегайте. Тут куры по цене. Да? Еще индеечка? Не, я побегу, то опять подарите. Все, целую вас, спасибо. Вот в таких вот магазинах должно быть помидоры очищенные, консервированные. Зайди, купи и будем ехать, Сергей. Дети выйдут на улицу, опаздывать нельзя. Хорошо. Который час? О, приятного аппетита. Ага. Здравствуйте. Здрасте. Кван. С Люшей? А. Давай, может, на самом деле пошли, потому что, во-первых, я уже это и не возьму. Давай. А во-вторых, можем в метро просто проезжать и заскочить, да? Не, разберемся. Ладно, все. Друзьяки, всех любим, целуем. Гайгуй, погнали бограч готовить.